На полях Балаковского района проводится сельскохозяйственный эксперимент. Прямо на снег специальная техника рассеивает фосфогипс Балаковского филиала АО «Апатит». Задача – улучшить физико-химические свойства почвы. Весной все растает и хорошо профильтруется в почву. То есть один из факторов, что фактически мы как бы вносим, можно сказать, под дождь, как ранний внос удобрений весной. Фермер Алексей Бирюков решился на эксперимент не случайно. В его ведении поля с совершенно разными условиями для роста сельхозкультур. Где-то почва слишком уплотнена, есть и солончаки. Поэтому Алексей Владимирович решил положиться не только на технологии и погоду, но и призвал на помощь науку. В этом году мы активно сотрудничали с агрономической службой ФосАгро, сеяли делянки. Они давали нам рекомендации по использованию удобрений производства ФосАгро. Мы использовали это в полях. И также в ходе анализов почвы и консультации с агрономом мы получили рекомендацию использовать фосфогипс. Экспериментальные участки, на которых используется фосфогипс, располагаются по всей территории хозяйства Алексея Бирюкова. Фермер планирует обработать больше трети своих полей, чтобы помочь почве стать более плодородной. В состав фосфогипса входят необходимые растениям кальций, сера, фосфор, цинк, кремний, магний и медь. Это позволяет использовать его не только как мелиорант, но и как удобрение. У нас местами есть солонцовые почвы, которые уплотняются. И получим разуплотнение. Следующий момент – это определенное количество задержится в фосфогипсе фосфора и большое количество серы. Если будет достаточно влажная погода, может быть, мы сразу увидим результат. Ну, вообще, это как бы это такая сложная работа на несколько лет. На экспериментальных участках Алексей Бирюков планирует выращивать кукурузу, нут и подсолнечник. Он уверен, что эксперимент даст свои плоды. И сельхозпроизводители Саратовской области, которая считается зоной рискованного земледелия, учтут опыт не только его фермерского хозяйства. Ведь фосфогипс в качестве мелиоранта широко применяли в СССР. И сегодня многие фермеры вносят его в почву для улучшения ее физико-химических свойств и повышения урожайности. В 2018 году Саратовский государственный аграрный университет имени Вавилова проводил эксперимент на опытном поле в селе Степное, который в очередной раз подтвердил почвоулучшающие и удобрительные свойства фосфогипса, а также его экологическую безопасность.